Когда ищешь маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. Извините, но продажа билетов начнется только завтра. Сегодня вход по приглашениям. Наверное, дела у музея идут отлично, если они нас не пустили. Может, ее можно как-нибудь уговорить? Мы так разоделись, и все зря. Что там сегодня такого особенного? Я не могла выбраться. От огня спасения не было. Я не могла выбраться. От огня спасения не было. Прошу засвидетельствовать, что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих 7 детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя, дьявольское отродье. Знаешь, что выносило отродье дьявола? Это вырвалось у меня в порыве гнева. Разве можно дочери клеветать на родную мать? Юная Рут Патнем, которая является твоей родной дочерью, под присягой показала суду, что именно ты забрала у нее куклу. А после этого события у девочки начались страшные боли, и 5 из низа живота шла кровь без остановки. Скажи, была кукла причиной этих ужасных страданий? Нет, нет, я не занималась колдовством. Однако же, она нашла свою куклу сложенной пополам. И именно это служит доказательством проклятия. Мэри Уоррен тому свидетель. Девочки тогда вместе играли в спальне. Кукла была сложена пополам. Ну и что? Сестра Патнем, признаешься ли ты в том, что, прибегнув к дьявольским силам, нанесла увечье своей единственной выжившей дочери? Не сознаюсь. Признаешься, что лишила жизни 7 своих детей по сговору с дьяволом? Это тоже явная ложь. Признайся, сестра наша Патнем, признайся и сними с души груз тяжких преступлений. Я лучше буду болтаться в петле, чем сознаюсь в том, в чем я не виновата. Может, мне говорить басом? Пуритане действительно так говорили? Пьеса уморительная, но никто ее не понимает. Тем женщинам не сладко пришлось. Говорит собственный ребенок. У меня просто голова кругом. Одно дело спектакль, но ведь люди и правда так жили. Да. Похоже, тебя за что угодно могли обвинить в колдовстве. Ух ты! Люди реально тут умирали. Почему дерево до сих пор не сгнило? Потрясающе. Да, из-за этого людей отправляли на смерть. Почему жизнь была такой жестокой? Раньше люди были суровые.
Что происходит на улице? Я точно видела полицейские мигалки. Пришло, Абигейл Уильямс! Нет! Ты проклятие Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Есть вещи и похуже, но ведь это правда ужасно, скажи. Провести целый день в такой жуткой штуке? Я так скажу, это мало того, что неудобно. Вот именно. Даже не почешешься, если захочешь. Черт, над тобой все еще и издеваются. Я бы не выдержала. Вы видели, сколько мигалок? Не знаю. Мы только что вернулись из Бостона. Может, Джим в курсе? Вот, смотрю я, значит, Джим, игру патриотов. Джим, ты знаешь, из-за чего такой шум? Что? Убийство? Нет, я ничего не слышал. Ах да, это произошло у старого дома. Не знаю, может, облава на наркодилеров. Там райончик тот еще. Шейла говорила, что она видела мигалки, и улицу перекрыли.
Я помню яркую вспышку, а потом ничего. Значит, это не было способом казни. Верно. Но кого? Ведь именно так и убивали. Ага. Ну, а тогда в чем смысл? Заставить жертву заговорить. Заговорить? Как можно говорить с такими каменными глыбами на груди? Я тоже не очень понимаю. Признайся, ведьма, признайся в своих сношениях с силами зла, с самим дьяволом. Как я понимаю, так поступали не только с ведьмами. На этом месте мог любой оказаться. Тебя могли утопить за сплетни? Надо же. Сплетни — это плохо, конечно. Но чтобы уж так сурово. Thank you.
Отчего поезд сошел с рельсов, до сих пор не пойму. Поезд перевозил боевые держали. Он был как бомба на колесах. Достаточно, чтобы испытать дикий страх. Причем делали это у всех на глазах. Да, это, что называется, публичное наказание. Как позорный столб, только тебя при этом еще и топят. Но почему люди не читают, что написано? Будь вежлива.
Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. И почему именно так? Странно, что тут нет про обвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть. Люди думают, что это легко. Главное следить, чтобы никто ничего не трогал. Я всегда хотел быть полицейским. Я всегда хотел быть полицейским.
Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис. Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Лучше бы я попросил пойти со мной. Тогда бы ты осталась в церкви. Ты так меня знаешь. Смотри, нет ли где видеокамер и сигнализации. Спасибо за совет. Сегодня я уже не в первый раз куда-то вламываюсь. Ну, вроде мы на месте. Только вот помогут ли эти вещи установить связь убийцы с ведьмами?